Hər şey dəniz vağzalının qarşısında çəkilən bu videodan sonra başlayır. Telegram kanallarına yayılan videolarla Xaytaraq radikal qruplaşması Azərbaycanda da sanki nümayəndələrinin olması görüntüsünü yaradaraq Bakıda insanlar arasında təşviş yaratmaq istəyiblər. Bundan sonra Şəhidlər Xiyabanında ermənilərə məxsus Xaytaraq və erməni Ari Dövləti radikal qruplaşmasının emblemlərinin mobil telefonda əks olunmuş foto şəklini tutaraq video çəkilişlər aparıblar. Görüntülərdən aydın görünür ki, çəkiliş edən şəxs qadındır. Həmin kadrlar sosial şəbəkələrdə yayılan kimi Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti dərhal əməliyyat axtarış tədbirlərinə başlayıb. Bu zaman hər bir detal diqqətlə yoxlanılıb. Əvvəlcə həmin videoları çəkən Rusiya əsilli Yana Qutseliuk saxlanıb. Araşdırmalarla məlum olur ki, Yana həyat yoldaşının işi ilə bağlı uşaqları ilə birlikdə Bakıya gəlib. O burada olarkən Telegramda turizm yönümlü səhifələrə üzv olaraq əsasən gəzməli görməli yerlərlə maraqlanıb. Bu zaman qadından əslən Azərbaycanlı olduğunu və Rusiyada yaşayan Baku City restoranının sahibi kimi təqdim edən şəxs kömək istəyib. Bunun müqabilində pul ödəyəcəyini də bildirib. Я зарегистрировалась в различных группах в Телеграме, таких как «Русские в Баку», «Салам Баку», «Форум Баку», «Мампап Баку», «Ван Баку» и так далее. Их на самом деле очень много, как я в дальнейшем узнала. В этих группах многотысячная аудитория, где в основном, конечно же, приезжие, которые говорят на русском языке. Но, как выяснилось, в этих группах еще промышляют различные мошенники, непорядочные люди. И со мной приключилась очень неприятная ситуация, о которой я хотела бы рассказать, дабы предупредить всех, тех, кто даже не подозревает, но тем не менее нужно быть очень-очень бдительным и подозрительным. Не вступать ни в какие контакты с человеком, которого ты не знаешь. Что произошло со мной? Мне написал человек, который представился как человек из чата, и спросил, гость ли я города, что вообще, как мне здесь живется. Я спросила, что, с чем связан такой интерес. В общем, я не желала идти дальше в контакт, но он очень так ненавязчиво меня попросил, представившись владельцем ресторана в Баку, который сейчас выехал из Баку. Lakin o, qarşı tərəfin hərəkətlərindən şübhələndiyi üçün onunla apardığı yazışmaların ekran görüntüsünün şəklini çəkərək öz telefonunda saxlayıb. Ödənişləri tələb etmək istədikdə isə qarşı tərəfin profilinin silindiyinin şahid olub. Digər şəxs Yelena Laryontseva ifadəsində bildirib ki, Azərbaycanda turizm sektorunda işlədiyi üçün sosial şəbəkə qruplarında Rusiyadan yeni gələnlərə köməkli edib. Ona Rusiyada olduğunu bildirən bir nəfər tanımadığı şəxs Telegram sosial şəbəkəsində yazıb ki, Şəhidlər Xiyabanından foto və video çəkib göndərsin. Yelena da Bakıda olan rəfiqəsi Lalə Bəhramovadan bu işdə ona kömək etməsini xahiş edib. Onlar birlikdə Şəhidlər Xiyabanına gedərək tanımadıqları şəxslərin istəklərini yerinə yetiriblər. Недавно, числа 15-го, написал мне человек, попросил помочь, что сейчас священный месяц Рамадана, и они хотят в память для своих шахидов устроить застолье в кафе. У них есть кафе Гянжа в городе Москве на Фуд-Сити, и они не могут сюда приехать, а им вот надо приятное такой вот праздник, как бы сделать день, дань памяти отдать. Я, говорит, вам заплачу, если вы снимете фотографии. Я говорю, что я за шахидов денег брать не буду. Фотографии я могу снять, мне не трудно, но денег я не возьму. Он мне прислал две картинки, попросил на одном телефоне открыть картинку, на другом заснять эту картинку на фоне аллеи шахидов священного места. Картинка была одна, на нем было написано «Кафе Гянжа», она меня не удивила, а вторая была на армянском языке, какой-то кружочек, и что-то написано на армянском. Я говорю, что написано на армянском языке? Я участвовать в провокациях не хочу. Он говорит, там ничего такого нет. Я говорю, я должна знать, что там написано. Я спрошу знакомых армян каких-нибудь. Я нашла знакомого армянина, которого знаю уже 20 лет, еще по Москве, и говорю, переведи мне, пожалуйста, что здесь написано. Он говорит, я не знаю, как на русском все эти слова. Sonra həmin adam Yelena Laryontsevaya bildirib ki, mən Azərbaycanlıyam və mənə inan. Mən ona ən çox niyə inandım, bilirsiniz, rus dilində səlis yazırdı. Ermənilər heç vaxt belə yaza bilmirlər, deyə qadın bildirib. Я поняла, что в этих словах ничего так страшного нету, и сфотографировал эти картинки. А чтобы сфотографировать, мне нужен был второй телефон. У меня второго нету, поэтому я просила подругу. Она просто шла мимо, гуляла, она вообще не в курсе. Просто шла, мы погуляли, она шла на учебу. Я говорю, можешь мне заснять? Да, могу. Засняла, и мы пошли гулять дальше. Потом она пошла на учебу, я пошла пить кофе, и все.
Оказывается, это что-то не то, я понятия не имела. Хотела помочь бескорыстно совершенно. Елена Ларионцева ilə Şəhidlər Xiyabanında Xaytaraq Radikal Qruplaşmasının embleminin fonunda şəkil və video çəkən əslən Azərbaycanlı və Rusiyada yaşayan Lalə Bəhramovada saxlanaraq ifadəsi alınıb. Lalə bildirib ki, atası Azərbaycanlı, anası isə rus olub. 1995-ci ildə valideynləri ayrılarkən Lalə anası ilə Rusiyaya köçüb və orada yaşayıb. Воскресенье 16 числа прилетела в Баку, так как здесь живут мои дети несовершеннолетние с моими свекром и свекровью. И планирую здесь остаться проживать. 17 апреля мне позвонила знакомая, попросила помочь снять фото для азербайджанского ресторана, находящегося в Москве, который должен организовывать вечер в памяти жертвам погибших во время войны в Азербайджане, в городе Баку. И для этого необходимы были фото, название с рестораном, а на фоне надписи «Аллея шахидов». Я отозвалась, так как услышала, что это нужно для азербайджанского народа, для собрания. Вот. И отправилась со своей знакомой на аллею шахидов. Сделали несколько фотографий, видео, и я ее переправила на WhatsApp. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən aparılmış araşdırmalarla Xaytaraq Radikal Qruplaşmasının Telegram kanalının təsisçi və inzibatçıları müəyyən edilib. Məlum olub ki, onlar Rusiyanın müxtəlif yerlərində yaşayan Gurgen Torosyan, Sarkis Arutyunan, Igor Agopcanyan və Artur Martirosyandır. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əhali arasında təşviş yaratmaq, vahimə salmaq kimi hallara qarşı bundan sonra da qətiyyətli mübarizəsini davam etdirəcək. İnsanlar arasında təşvişə və süni ajiyataja səbəb olacaq hərəkətlərə yol verən şəxslər barəsində ən ciddi məsuliyyət tədbirləri görüləcək.